Глава Якутии Егор Борисов накануне встретился с вице-премьером Юрием Трутневым. Как было отмечено, Фонд развития Дальнего Востока разрабатывает кредитный продукт для граждан на освоение дальневосточного гектара. На эти цели может быть направлено порядка 3-5 миллиардов рублей. Трутнев сообщил, что глава фонда Алексей Чекунков в настоящее время ведет переговоры с государственными банками об участии в этом механизме. По его словам, на предварительном этапе речь идет о кредите на срок до 8 лет под 8% годовых из расчета 30 тысяч рублей на одного члена семьи, получивший гектар. Фонд развития Дальнего Востока также будет оказывать финансовую поддержку местной авиации. Мы провели рабочее совещание у Юрия Петровича Трутнева, где рассматривались инвестиционные проекты Дальнего Востока. Но нас интересовал один проект, это проект по развитию местной авиации, региональной авиации, где фонд развития Дальнего Востока должен принимать участие в финансировании по приобретению самолетов. И поэтапно эта программа будет поддержана, и поэтапно будет проводиться закуп маленьких самолетов. И Якутия на определенном этапе тоже будет участвовать в реализации этой программы.